Вітаю всіх, хто дивиться черговий випуск програми «Авторитетна думка», в якій гості нашої програми, наші експерти, дають цінні практичні поради. І сьогодні в нашій студії вже в черговий раз, на мою радість, і гадаю, на радість тих, хто дивиться програму регулярно, лідер школи бізнесу «Фабрика предпринимателей» Олег Трякін. Вітаю вас. Здравствуйте, Віктор. Олег, сегодня тема, которую я хочу затронуть, она близка всем вот предпринимателям, как мне кажется, абсолютно всем предпринимателям, которые сегодня живут и трудятся в Украине. Возникают иногда такие ситуации, а у некоторых регулярно и очень часто, когда темпы развития предприятия, темпы успеха компании заходят в некий такой тупик, замедляется скорость развития. И тогда у всех появляется такое чувство дискомфорта от руководителя предприятия до, скажем так, до сотрудников на местах, что вот мы не развиваемся, доходы не то что не растут, а вот, скажем так, рискуют еще больше упасть. Как в таких ситуациях поступать? Есть ли какие-то действенные методы, существуют ли какие-то инструменты, которые действительно дают свой эффект? Да, действительно, такие ситуации бывают. И я думаю, неплохой инструмент в такой ситуации – это брейнсторм, мозговой штурм. Ну, что такое мозговой штурм, многие слышали, некоторые участвовали, и лишь немногие знают, как правильно его проводить. Наверняка существуют какие-то определенные законы, которые дают эффект, и те законы, которые, не соблюдая, ну, скажем так, не получается никакой мозговой штурм. Давайте поговорим об этом. Что можно, чего нельзя, и, возможно, какие-то этапы мозгового штурма. Существуют ли они уже, ну, скажем так, с научной точки зрения, и какие эффекты дают? А ну, прежде всего, кто должен участвовать в мозговом штурме? Я думаю, что участвовать должна вся команда. Единственное, что если команда более там, 5 или 8 человек, тогда стоит разделить вопрос по отрезкам. Например, один из вопросов – причины, которые привели нас к такому состоянию. Все, больше ничего не обсуждается. Одной группе там в 6-7 человек, и вторая группа в 6-7 человек может рассуждать на тему выход, то есть конкретные инструменты или конкретные действия, которые помогут нам выйти из оказавшейся ситуации. Но идеально все-таки, когда в мозговом штурме участвуют около 8 человек, тогда это будет конструктивно, потому что по увеличению этого числа уже пропорциональный рост эффективности не происходит. Первое, что необходимо сделать, это выбрать модератора, который будет вести весь процесс. Очень интересный такой пунктик. Кто может быть модератором и кто более эффективен? Руководитель предприятия, руководитель компании, либо это может быть любой из присутствующих? Это должен быть человек, который готов, имеет определенную смелость, фильтровать и отрезать весь неконструктив. Что может быть неконструктивом на мозговом штурме? Это в момент, когда рождаются идеи, сразу же пытаться их критиковать или определять, насколько это нам подходит или не подходит. Нет. В момент, когда идет генерация идей, полностью должен отсутствовать процесс дебатов или какой-то контраргументации. Этого не должно происходить. Более того, весь изюм в том, чтобы, набрасывая даже идеи нереалистичные, а порой и, ну, прямо говоря, фантастические, это производит определенные мыслительные процессы у слушающих. И потом сама идея, она может быть несуществимой, но она может вызвать определенный какой-то мозговой процесс у одного из участников мозгового штурма. Поэтому идея в том, чтобы модератор четко отсекал критику, сразу ее погашал. И поэтому, если человек не способен на это, он слишком лояльный, слишком корректный, или он боится собственной тени, не надо ставить его модератором. Вот вы затронули очень серьезную тему, вот тему критики. Иногда бывает критика, иногда бывает критиканство, иногда бывает вот этот вот скепсис на уровне фола. И иногда это очень серьезно оскорбляет того, кто выдвигает идею. Модератор имеет право жестко пресекать, как вы считаете? Смотрите, мозговой штурм, прежде чем его начать, нужно объявить регламент мозгового штурма. Сообщить, что, ребята, вначале мы будем генерировать идеи, предположим, там 15 минут. Устанавливается время. Дальше мы делаем небольшой перерыв, и мы выводим критерии, которые определяют, эта идея стоящая или эта идея не стоящая. Например, там, финансовые возможности, там, географические
возможности и так далее. То есть те критерии, по которым мы говорим, эта идея подходит или идея не подходит. Олег, извините, да. пожалуйста, по ходу вопрос, который, я думаю, у многих возник. Вот вы сказали, 15 минут, то есть на доклад, на генерацию идеи человеку дается 15 минут? А сколько нет, в целом? Мы говорим о общем моменте генерации идей. 15 минут. То есть мысли выбрасываются, они фиксируются. Есть человек, который ведет протокол данного мозгового штурма, и он фиксирует, называется фиксация идей. Без фиксации идей, надо сразу определить, какой метод у нас будет фиксации идей. Либо это будет аудиофиксация, либо это будет письменная фиксация. Но если нет фиксации идей, просто понабрасывали это, что в принципе происходит. Часто люди говорят, давайте пройдем мозговой штурм. Ну давайте, посидели, поговорили и разошлись. Это не есть правильно. Это дискуссия больше. Да, это больше будет дискуссия. После того, когда произвели вывели определенные критерии, после этого происходит анализ всех высказанных идей в соответствии с теми критериями, которые мы определили для себя, что для нашей компании все, что проходит вот в этот формат, все идеи приемлемы. Все, что не проходит в этот формат, неприемлемые идеи. После этого мы можем пропустить их через критику. То есть дать жесткую критику, и поэтому даже если скептик какой-то будет присутствовать на мозговом штурме, это его время. Вот во время критики этих идей. И после того, когда все идеи были либо опровергнуты, либо же какой-то конструктив создан, тогда можно переводить ее в следующий блок. Это декомпозиция, потому что идея – это идея, теперь ее нужно разложить на маленькие составляющие. Так вот, в начале каждого мозгового штурма необходимо объявить сценарий. Итак, мы будем действовать по такому правилу. И потом начинается первая фаза – это генерация идей. Что важно учитывать при генерации идей? Зачастую первые идеи высказываются те, которые уже были выношены, скажем так, знакомые, узнаваемые идеи. И нужно подождать, пока все это выскажется. И вот когда уже люди высказали все возможное, все, что они видели, все, что они уже реализовали или же не реализовали, но было объективно, вот тогда начинается как раз вот эта часть неосознанная, которая выдает просто идеи. Иногда это бывает даже просто, дурь, да, но пусть она может присутствовать в какой-то степени. Для того, чтобы человек вот начал производить идеи, абсолютно свежие, незнакомые даже для него. Он просто говорит. Часто здесь какие-то штрихи могут вырисовываться. Следующий вопрос. Модератор, который, всем руководит, он имеет право, останавливать выступающего, либо он должен довести его выступление до того момента, когда тот уже сам созрел? Он имеет право останавливать выступающего, если он идет за пределы озвученной темы. То есть мы вначале объявили, что сегодня мы рассуждаем на предмет причины, из-за которых мы пришли в данное положение. Или маркетинговая стратегия для вот этого продукта. Все, мы не заходим в никакие другие сферы, мы говорим только в этих рамках. Поэтому если начинают подхватываться параллельные темы, все должно отсекаться. Либо если человек начинает, кто-то высказывая тему, второй начинает сразу же гасить его и говорить, стоп, это не то, мы уже это пробовали. Надо тут же оборвать, напоминать, что, друзья, мы договорились, что у нас критика будет в разделе, когда мы будем критиковать выбранные нами идеи. Сейчас мы, наоборот, только их производим. Бывает, в мозговых штурмах происходит следующее. Когда ярко выраженный диктатор в компании есть, как правило, это либо инвестор, либо руководитель, и весь личный состав, он только ловит ту идею, которую сейчас выскажет такой диктатор. Соответственно, все ему поддакивают, ничего в противовес не высказывается. Я думаю, таких людей надо желательно вообще не приглашать, потому что они подавляют своим присутствием, они подавляют мыслительную способность у других людей. Олег, тема мозгового штурма, я думаю, еще неоднократно будет затрагиваться в наших последующих программах, но уж поскольку сегодня именно эта тема является ключевой, давайте в завершении этого выпуска вы расскажете о всех плюсах возможных и возможных минусах мозговых штурмов, потому что у каждой медали есть всегда две стороны. Я не знаю минусов мозгового штурма, если он правильно произведен, если собраны несколько идей. Более того, нужно добиваться того состояния, даже до того, что время, потраченное на генерацию идей, удлинять,
за счет, может быть, там, сокращения других блоков, сокращения блока отдых или сокращения блока, когда мы выбираем критерий. Но мы должны добиться того состояния, когда люди набросали идей, не существующих до сегодняшнего дня. Когда все сказали, вау, вот это действительно то, что нам необходимо. Даже еще на первичном, понятно, что потом будет критика, потом будут какие-то, может быть, подводные камни у данной идеи. Но если мы просто поговорили и озвучили известные нам уже идеи, это не есть мозговой штурм. Мы должны набросать новое видение, сформировать какие-то новые инструменты. Олег, ну и в завершении этого выпуска, который мы посвятили мозговому штурму, как вы считаете, мозговой штурм – это важна масса идей, которые потом уже как бы воплощаем, либо это несколько идей, которые подхватывают все остальные, начинают вот поднимать наверх, ну, скажем так, грани добавлять. Что это? Количество или качество все-таки мозговой штурм? В каждом блоке должно быть количество однозначно. Должно быть количество идей, большое количество идей, новых идей, идей, которых, о которых мы еще не думали, о которых мы не говорили. В блоке, когда мы определяем критерии, должны быть точные критерии, чтобы мы понимали, для чего, как, за счет чего, куда мы не идем, кого мы не привлекаем. В блоке критики должна быть жесткая конструктивная критика, где мы должны сталкивать нашу идею даже, может быть, с нереальными, непроходимыми можно ли сказать, трудностями. Что это некое сито? Да. Из этого количества сито определяет определенные качества, да? Да, в каждом блоке мы должны выложиться максимально именно в том разрезе, в рамках регламента. Если мы генерим идеи, давайте генерить максимально много идей. Ну и в заключительном блоке, что самое главное? Самое главное – эту идею, которую мы выбрали. Мы увидели, что она соответствует нашим критериям. Мы понимаем, что это, тем более, если это опытные люди уже, они понимают, что это решение действительно. Это креативная идея, в которую все поверили. Потом ее разложить на пошаговую реализацию, потому что просто поговорили о идее, но если мы не зафиксируем теперь ближайшие события по реализации данной идеи, тоже ничего хорошего с этого не произойдет, потому что идея через 72 часа, она станет просто какой-то интересной мыслью. Была какая-то мысль, но мы уже не помним, какая она была. Поэтому нужно сразу же разложить ближайшие события, определить зоны ответственности, кто за что отвечает, кто что будет реализовать. Хотя, возможно, если уже мозговой штурм продлился там полтора или два часа, возможно, есть смысл перенести это на следующий день после определенного отдыха и сделать это новой темой мозгового штурма — реализация данной идеи. Хотя есть некоторые компании, их практика, когда они уезжают куда-то, хорошенечко отдыхают 2-3 дня, полностью уветривают свои мозги, и после этого на день закрываются и проводят такой дневной брейншторм, в котором они полностью все этапы мозгового штурма, вплоть до создания бизнес-плана с определенными инструкциями, функционалами, распределениями, и они приезжают уже, возвращаются в рабочую обстановку с четким пониманием, кто что будет делать, там, какой спринт временной для достижения цели. Олег, ну что я могу сказать? Вы просто дали формулу. Формулу успеха и эффективности мозгового штурма. Набрасываем большое количество в первом этапе, то есть некий кураж. Второе — идет критика, сито, через которое, ну скажем, проходят только те идеи, которые готовы к воплощению, которые действительно потенциально очень перспективны. И третье — это разрабатывается инструмент реализации этих идей. Ну, во всяком случае, я так понял и надеюсь, что большинство зрителей со мной согласны. Спасибо. Ну, вот, как говорится, бери и действуй. Я благодарю вас, Олег. Я дуже вдячний всім глядачам, які регулярно дивляться програму «Авторитетна думка». Гадаю, що це вам не лише цікаво і корисно. Використовуйте це ті інструменти, які дають ефекти і приводять до успіху. До побачення. Хай вам щастить у особистому житті і у бізнесі.